Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся очередной раз на канале «Голос Силиконовой долины». И поговорим мы на тему, заданную некоторыми вопросами, которые поступают, причем систематически поступают. И это вопросы о возрастной дискриминации при найме на работу. Я бы на самом деле шире поставил, потому что дискриминация бывает не только по возрасту, дискриминация бывает самая разная. И вот вопросы такие, а насколько это реально, потому что мы знаем, что в разных странах, вот и в России, там, и в Израиле тоже многие жалуются, что вот там 45 лет он уже не может работу искать, уже никто его не воспринимает, все хотят молодых совсем и так далее. Вот как с этим делом в Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах первый аспект этого дела, надо понимать, это запрещено дискриминировать людей по возрасту, в частности, но не только по возрасту, это бывает и по полу, и по... там, сексуальной ориентации, там, и бог знает, по, не дай бог, по цвету кожи и так далее. Есть как бы целый ряд признаков, по которым нельзя. Больше того, есть такое понятие equal opportunities employer, то есть это компания, которая четко придерживается определенной политики, и если ты хочешь, как организация, получать заказы от government, а это большие деньги, то они обязаны не просто вот сказать, мы соблюдаем. Они должны показать, что они соблюдают. У меня был случай, когда пришли из компании, я не хочу называть, громадная международная японская компания, весь мир ее знает. И ко мне пришли из отдела кадров, а мы тогда еще были русской школой, у нас в основном русские учились. И они говорят, вот хотим у вас практикантов брать. Я говорю, а где раньше брали? Они говорят, ну вот тут в местном университете, Сан-Хосе Стейт. Я говорю, а сейчас что? Они говорят, ну, понимаете, вот мы equal opportunities employer, и мы должны показать, что у нас все типы, так сказать, представлены. Вот у нас белых не хватает. Компания японская, там работало очень много выходцев из Азии. И Сан-Хосе Стейт тоже такой университет, где очень много китайцев и вьетнамцев. И, короче, вот не хватало белых, они к нам пришли. Поэтому, значит, есть и такое тоже. То есть можно сказать, что это какой-то экстрим определенный, но это факт жизни такой. Теперь, американцы, когда им говорят, вот есть такой-то закон, в отличие от жителей некоторых других стран, где говорят, вот закон такой, первая мысль такая, как будем обходить. Американцы в целом уважают закон. Я не хочу сказать, что каждый абсолютно член общества уважает закон, но в целом, как нация, так сказать, да, американцы законопослушны. И они говорят, ну это закон, мы же не будем его нарушать. Поэтому как бы надо понимать, что отсутствие дискриминации, это не потому, что, допустим, люди чего-то боятся, а это потому, что они, например, не опускаются до того, чтобы делать какие-то плохие вещи. Они не потому не крадут, что боятся, что поймают. Они крадут, потому что они сами себя уважать не будут, что они украли. То же самое вот с другими законами. Поэтому дискриминация уж прям в таком явном виде, когда тебе в объявлении напишут там, или что-то, не дай бог. Дискриминация на уровне фактической, но есть суды, есть очень много адвокатов, специализирующихся на этом, большие деньги, штрафы и так далее. Это страшное дело. Теперь. Но что мы понимаем? Мы понимаем, что есть живые люди, которые ведут интервью, и им кто-то нравится, или им кто-то не нравится. Я когда приехал в Соединенные Штаты, мне было 34 года, и когда я начал работать в IT, мне уже было 36. И практически во всех компаниях, где я работал, я был самый старший, но вот за исключением президента и вице-президента, я был самый старший. И они, никто меня не обижал в этом смысле, да, то есть они так на меня смотрели, там, ну, дед. А пацаны, вот там 28 менеджер, понимаете, и вот, ну вот как с ним работать, я на 10 лет старше. Ну ничего страшного, то есть не было такого, чтобы я как-то это почувствовал, хотя я был заметно старше. Есть еще один момент, это не дискриминация, но вот, допустим, вот если самый старший в компании, там ему 28, и там работают 19, 20, 22, 24, и вдруг приходит мужик, ему 50, у него тут борода такая, усы. Они его просто не воспринимают. Не то, что они говорят, смотри-ка, вот он старше нас двое, ну его нафиг. Они так не рассуждают. Они говорят, что-то он не вписывается. Потому что рядом были еще ребята и помоложе. Но дело не в том было, что они моложе, они просто больше подходили по типажу. Понимаете? Не то, что вот они сознательно говорят, нет, ну этот моложе, возьмем молодого. Есть еще один аспект, который тоже очень важен. Половина людей, работающих в Соединенных Штатах, работают в малом бизнесе. Не в большом. Не в Microsoft, не в Oracle, понимаете, не в IBM. Они работают в маленьких компаниях. Вот я владелец небольшой компании. И у нас в небольшой компании есть медицинская страховка, которую я покупаю для наших постоянных сотрудников. Медицинская страховка сегодня дорого стоит. Если вы еще не знаете, и мы можем отдельно поговорить о медицинском страховании, но медицинское страхование, стоимость медицинского страхования удваивается каждые 6-7 лет.
Вот когда Клинтон в 93-м году начал свою реформу делать, которая у него сорвалась, общая стоимость медицинских услуг в стране была 250 миллионов. Это было в 93-м году, а сейчас у нас перевалило за 250 миллиардов, а сейчас перевалило за 2 триллиона. Вот это то, что происходит за 20 лет. И дорого становится страховать людей. Поэтому, значит, какой тут важный фактор? Когда мне страховая компания начисляет премиум, то есть мои месячные платежи, они смотрят на историю моих клеймов, то есть историю страховых случаев. Если у меня, допустим, молодежь работает, и они там даже раз в год к врачу не ходят, так это одна стоимость. Если у меня работают вот ровно столько же людей, но они в два раза старше, и они ходят там, допустим, систематически к врачу, а некоторые еще хронически болеют, у них там диабет или там, я не знаю, там какие нехорошие бывают вещи, требующие постоянного вмешательства, анализов, визитов к врачу, я могу в 3-4 раза больше заплатить. Поэтому, значит, что получается? Вот у нас маленькая компания. Если мы взяли человека, а ему, я не знаю, 58 лет, а у него диабет, повышенное давление там, и еще что-то, мне страховая компания не может повысить мой премиум медицинского страхования больше, чем на 25% в год. То есть это сразу не произойдет. Но они имеют право каждый год мне повышать в зависимости от тех клеймов, с которыми ходят мои сотрудники. Значит, что может получиться, что я за пару-тройку лет и одного человека, вот у нас, допустим, 3-4 человека, мы застрахованы, да, маленькая компания, и вдруг приходит еще один, и выясняется, что он, может быть, получает там, я не знаю, 50 тысяч в год, а его медицинская страховка может при этом обойтись мне еще в 20. Вот так вот может случиться. Поэтому это фактор, который присутствует в сознании владельца малого бизнеса. Вот я как владелец малого бизнеса вам могу это сказать. Другое дело, что когда деньги в бизнесе есть, и ты наоборот хочешь дать ему эту страховку, понимая, что ты удерживаешь хорошего специалиста этим, да, ты привлекаешь его к себе. Но бывают же работы, где люди вообще мало получают, где profit margin, вот этот вот очень маленький, у них просто нет таких денег. Поэтому этот фактор присутствует. Это не дискриминация. Я не хочу сказать, что человек там дискриминирует или что-то. Но я хочу сказать, что человеку с возрастом становится сложнее найти работу в силу ряда причин, особенно в маленькой компании. Особенно в маленькой компании. Не потому, что его там дискриминируют. Но если мы говорим конкретно про IT, вот я работаю в IT, и я вижу вокруг этот IT в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, я не могу сказать, что сегодня люди, которым там 50 или 55 или даже там 62, фундаментально заблокированы. Они работают, у нас в школе много таких приходят, подучатся, там, пойдут дальше работать. Но существенно, чтобы у них глаза уже не были погасшими. Потому что есть люди, что и в 20 лет у них такой вид, знаете, не боевой. А с возрастом это как бы в большей степени происходит. Поэтому если у человека вид измученный, и он какой-то несчастный, и он и в 45, ему сложнее, чем там бодрому там, в 58. Но это имеет место быть. И люди, которые, допустим, они потухшие и несчастные, такие, и на лице у них много чего написано, они могут сказать, меня не взяли, потому что у меня возраст такой. Это не совсем так. У него кроме возраста еще там набралось. Вот я на этом хотел бы закончить. Спасибо.